В доме-интернате Боркердик к празднику готовятся серьезно, учат стихи, готовят танцы, разучивают песни. Зрительская аудитория здесь есть всегда. Это 27 воспитанников и примерно столько же пожилых людей, тоже одиноких. Наш интернат существует более 10 лет. Он находится на балансе мэрии. Условия хорошие. У детей есть все необходимое. Но почему-то иногда взглянешь им в глаза и видишь какую-то грусть. Мама, мне ведь большего не надо. Причину этой грусти дети раскрывают через свои стихи, песни, пожелания. Сегодня праздник. Я поздравляю всех детей, чтобы они жили все с родителями, жили счастливо. Чтобы дети от счастья смеялись, развивались, росли и игрались, нужно им обеспечить заботу. Это главная взрослая работа. Свою заботу и любовь взрослые сегодня постарались не ограничивать. Все парки, скверы и даже центральная площадь были отданы детям. С раннего утра творческий конкурс рисунков на асфальте на тему «Мой любимый город Ош». Для одних это родная школа, для других родители, для третьих – главные достопримечательности – гора, музей, река Акбура. Я люблю свой город, он большой и красивый, сюда приезжают много гостей. В качестве жюри председатель Горкинеша, представитель руководства мэрии. Творчество детей вознаграждено призами. В парке имени Токтогула сразу несколько мероприятий. Праздничный концерт, детская дискотека, спортивные состязания. В этнографическом центре Алымбека Датке развлекательная программа, организованная депутатами Горкинеша. У малышей есть возможность танцевать с любимым героем мультяшек или просто самому удивить сверстников талантом. Мы посетили детские дома, постарались охватить вниманием максимальное количество детей, сделали подарки. Но и этого недостаточно. Забота о детях не должна быть разовой акцией, поэтому 60% городского бюджета мы направляем на сферу образования, то есть детям. Это лучшая инвестиция в будущее. Развлекательная программа сопровождалась раздачей мороженого. В течение дня детей ожидало немало приятных сюрпризов во всех городских парках отдыха. Ну а для взрослых лучшим подарком стали благодарные улыбки и счастливые лица детей. Гульбара Кинджеева, Дилдызбек Болотбеков, Общественный первый канал, Ош.